Что ж, дорогие друзья, мы приехали в Санкт-Петербург для того, чтобы проверить, как себя поведет наш усилитель ВМ-001 на больших мониторах, которые, собственно, здесь, в студии 1961, мы в том году поставили в стену замечательные мониторы. Сейчас будем проверять, сколько мы выдадим давления на рабочем материале, на готовом треке, не на синусе, не на каком-то там шуме, а именно в рабочих условиях на расстоянии 4 метра. Сейчас будем пробовать. Так, сейчас будем пробовать. Измеритель HT-154, калиброванный шумомер, кривая С. Значит, сейчас будем догонять до клипа и посмотрим, что же у нас получится. Напомню, что расстояние 4 метра. дБ, дорогие друзья, это ни хрена не шутки, я скажу. 107 это очень громко, потому что по ТЗ, когда мы делали эти мониторы, была задача добиться на расстоянии 4 метра 94 дБ. Вот. Ну, мы вот сейчас получается, что это значит на 10, чуть больше, на 13 получается выше, чем было нужно. Но что это говорит? Это говорит о том, что усилитель ВМ-001 совершенно подходит, в том числе и для таких больших мониторов, которые стоят в стене, в большой студии, на большом расстоянии. Все прекрасно, все работает. И Тиесто звучит неплохо, знаете, но есть над чем работать, я могу сказать.